все начинает налаживаться, жизнь возвращается. Возможно, я тут и задержусь. Бывает и трудно. Иногда даже самые опытные воины отвлекаются на какие-нибудь глупости. Их не так много, но они сильно осложняют мне жизнь. Ну, некоторые из моих подчиненных страшно пристрастились к напитку, который они называют угольное вино. По мне так страшная гадость. Оно крепкое и зависимость вызывает. Некоторые падают даже от одной фляжки. Если бы я знал, где они хранят бутылки, я бы с этой пакостью разобрался. Правда? Это бы меня просто спасло. А у меня самого на это времени нет. Они слишком умны, чтобы держать вино в бастионе. Я бы обыскал один из заброшенных домов на окраинах города. Найди мне эти запасы вина. Прямо-таки мечтаю от них избавиться. Угу. Приятно посмотреть, когда идет мужчина вроде тебя. Скорее возвращайся. Мой муж Виндил опасался, что путники будут обходить Воронью скалу стороной. Приятно, что он ошибался. Не мешай. Я работаю на Магрула. Если какие проблемы, обратись к нему. Раз порождения пепла нам больше не угрожают, я наконец могу позволить своим людям отдохнуть. Отличная работа, друг мой. Отлично! Теперь я могу больше не бояться, что мои часовые заснут на посту. Вот, возьми это за труды. Один билет. Капитан Ридоранской стражи к твоим услугам.